Здравствуйте, уважаемые преподаватели, сотрудники и выпускники Пермского государственного института культуры факультета искусств. Сегодня у нас не обычный выпускной, а выпускной онлайн. Сейчас большое количество студентов, выпускников, а также родных, близких и друзей прильнуло к экранам. Но несмотря ни на что, мы все равно все вместе поздравляем наших выпускников и желаем им самого лучшего. И, конечно же, будем радоваться за их новые победы. И сегодня, когда государственные экзамены позади, заветная цель достигнута, мы все услышим имена тех, кто теперь с гордостью будет называть тебя выпускником Пермского государственного института культуры. Сегодня прозвучит очень много теплых слов ваших художественных руководителей, заведующих кафедр. И, конечно же, мы услышим ответные слова выпускников в формате онлайн. А сейчас слово предоставляется заслуженному работнику культуры Российской Федерации, лауреату международных конкурсов, лауреату премии Фонда русское исполнительское искусство «Город Москва», лауреату премии Пермского края в сфере культуры и искусств, профессору, ректору Пермского государственного института культуры Людмиле Ивановне Дробышевой-Разумовской. Дорогие выпускники 2020 года! Сердечно поздравляю вас с успешным окончанием Пермского государственного института культуры. Сегодня особенный торжественный день, который открывает перед вами новый жизненный этап, где все будет зависеть от ваших усилий, от ваших личностных качеств, от того, как вы реализуете полученные в нашем институте знания, профессиональные умения и навыки. В этом году у нас 167 выпускников. 46 из них подтвердили дипломы с отличием. 13 студентов обучались по целевому набору. В период обучения наши студенты становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов, Дельфийских игр, победителями научных олимпиад и студенческих весен, обладателями стипендий президента и правительства Российской Федерации, участниками конференций, молодежных форумов и фестивалей. Многие ребята по зову сердца включались в волонтерские проекты, приходили на помощь тем, кто в ней нуждается. В этом году в нашем институте состоялся первый выпуск в ассистентуре стажировки по направлению подготовки искусства музыкально-инструментального исполнительства, классификации артист высшей квалификации, преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Состоялся первый выпуск в магистратуре по направлению подготовки дирижирования, профиль дирижирования академическим хором. Все наши выпускники востребованы в организациях культуры и искусства, в профессиональных творческих коллективах, в театрах, в начальных, средних и высших учебных заведениях системы непрерывного художественного образования, на радио и телевидении, в домах культуры и дворцах творчества, в музеях, художественных галереях, в библиотеках. Этот учебный год выдался непростым. Мы получили новый опыт. В нашу жизнь прочно вошло понятие дистанционное обучение. Все мы, преподаватели и студенты, работали как одна команда, вместе преодолели трудности и показали блестящий результат. Дорогие выпускники, все эти годы рядом с вами были ваши преподаватели, ваши родители, родные, близкие. Будьте им признательны, они достойны самых теплых слов, самой искренней благодарности. Дорогие друзья, теперь уже наши коллеги, от всей души желаю вам интересной и плодотворной работы на благо культуры и искусства Пермского края и России. Здоровья вам, счастья, благополучия, новых творческих достижений! И по традиции первыми прозвучат фамилии и имена тех выпускников, которые окончили наш вуз с отличием. Людмила Ивановна, вам слово. Направление режиссура театрализованных представлений и праздников. Профиль театрализованные представления и праздники. Квалификация бакалавр. Глумова Василиса Александровна. Каменских Валентин Андреевич. Карпухов Илья Сергеевич.
Нечаев Всеволод Вячеславович. Пономарева Алиса Александровна. Постовалова Александра Михайловна. Чазова Дарья Дмитриевна. Ширяева Анна Александровна. Направление – народная художественная культура. Профиль – руководство хореографическим любительским коллективом. Квалификация – бакалавр. Гордеева Полина Александровна. Ситникова Юлиана Алексеевна. Шайдурова Дарья Сергеевна. Шмелева Екатерина Вадимовна. Специальность – актерское искусство. Специализация – артист драматического театра и кино. Квалификация – артист драматического театра и кино. Баландина Мария Павловна. Пономарева Дарья Владимировна. Радыгина Маргарита Викторовна. Тараторкина Ирина Андреевна. Шафигулин Альберт Радикович. Якимова Маргарита Евгеньевна. Якушева Анна Константиновна. Заочная форма обучения. Направление «Народная художественная культура». Профиль «Руководство любительским театром». Квалификация «Бакалавр». Латыпова Татьяна Маратовна. Шакиров Руслан Рамилевич. Вот те, кто прилагал в обучении максимум усилий. Мы поздравляем вас. Слово предоставляется проректору по учебной и воспитательной работе, кандидату филологических наук, доценту Светлане Владимировне Шепелевой. Дорогие выпускники, я поздравляю вас с окончанием вуза. Вы сделали очень важный, значимый шаг в своей жизни. Поднялись на серьезную ступеньку. И главное, чтобы эта ступень открыла вам новые перспективы. Я желаю вам постоянного движения вперед, от одной ступеньки к другой, от одной вершины к новой вершине. Именно это даст вам ощущение полноты жизни, радости, возможности реализовать себя. Конечно, сложно обещать, что этот путь будет простым, но помните, что многое зависит от вас. И не забывайте о том, что каждая проблема имеет свое решение. Очень важно, чтобы у вас был крепкий тыл, верные друзья и любимая работа. Это даст вам гарантию успеха и благополучия. Добрый путь, дорогие друзья! А теперь мы предоставим слово проректору по художественно-творческой деятельности, заведующему кафедрой хорового дирижирования, кандидату педагогических наук, доценту Татьяне Валентиновне Ивановой. Дорогие выпускники! За время учебы вы приняли участие в огромном количестве мероприятий вуза, города, края, России и также в зарубежных конкурсах и зарубежных стажировках. Принимали участие в качестве солистов, в качестве участников наших творческих коллективов. Я надеюсь, что этот опыт пригодится вам в вашей профессиональной деятельности. Я желаю вам всего самого лучшего. Помните, что мы вас любим и ждем всегда в нашем институте. Всего вам доброго, счастливого пути! А сейчас слово предоставим проректору по научной и международной деятельности, кандидату культурологии, доценту Анастасии Алексеевне Лисенковой. Дорогие выпускники, сегодня очень счастливый день. Сегодня вы получите долгожданные дипломы. Дипломы, которые говорят о сложном, но очень интересном пути, который каждый из вас прошел.
Путь действительно был непростой. Через цифровые технологии, обрушившиеся на нас буквально лавиной в последние месяцы, через разные испытания, но все вы их преодолели. Вы все большие молодцы, и впереди у вас большая жизнь, где будет много свершений, много радостных моментов, где вы будете профессионалами, профессионалами своего дела. Но сегодня этого недостаточно. Нужно еще и учиться, учиться постоянно. Сегодня невозможно выучиться один раз и на всю жизнь. Поэтому я думаю, что вы будете приходить к нам, возвращаться. Вы будете сами учиться и учить других. И мы ждем вас. Наши двери всегда открыты, и всегда мы вам рады. В добрый путь. Путь профессионализма, путь высоких достижений, путь реализации, путь творчества. И все это вас ждет впереди. Вы очень счастливые, потому что ваша дорога только начинается. Удачи вам и всего самого доброго. В связи с особыми обстоятельствами государственная итоговая аттестация выпускников специальности «Живопись» перенесена на сентябрь. Но мы все равно поздравляем наших будущих выпускников. И сейчас слово предоставляется заведующему кафедрой живописи, кандидату филологических наук Елене Аркадьевне Постновой. Добрый день, дорогие выпускники. Сегодня очень важный день в вашей жизни. Вы заканчиваете наш институт. Это определенный этап. И здорово, что вы сегодня все смогли завершить этот этап своей жизни. Потому что на самом деле впереди перед вами открывается большая широкая дорога, и границы этой дороги помог расширить именно наш институт обучения в нашем вузе. Не просто, может быть, складывалась у каждого из вас учеба, годы учебы, но самое главное, что каждый из вас прошел этот важный путь. Каждый из вас смог преодолеть очень разные сложные этапы обучения на нашей кафедре, кафедре живописи. Ведь учеба в мастерской Евгения Николаевича Широкова – это достаточно ответственно, потому что у нас есть свои очень важные традиции, очень высокий уровень, который в свое время задал Евгений Николаевич Широков. И вы все пытались ему соответствовать. И сейчас я могу сказать об этом, что вы действительно все соответствуете вот этому высокому уровню и высокому званию художника-живописца. Потому что вы все на самом деле очень талантливые, все самобытные, все одаренные. И все эти трудности, которые вам удалось преодолеть, надеюсь, что они только закалили вас. А вся кафедра, на самом деле, к вам относится очень тепло. Мы очень любим вас и желаем, чтобы в дальнейшем ваша судьба сложилась именно так, как все мы представляем вот эту жизнь художника-живописца. Чтобы, конечно, она не была простой, а сложности, они только дают вам стимул развиваться и продолжать вот это творческое начало, которое, мы очень надеемся, заложено в вас вот этими 6 годами обучения, очень непростыми, потому что мы все помним, как вы пришли к нам на первом курсе, достаточно неумелые, может быть, где-то, но талантливые, самобытные, с каждой со своей индивидуальностью, безусловно, яркой. Вы все очень яркие, очень разные. И вот сегодняшние дипломы, то, что вы нам сейчас показываете, это результат вот этой огромной работы, работы вашей работы и вашего замечательного педагога Соловьева Валентины Николаевны. Поэтому хочу вас поблагодарить и поблагодарить Валентину Николаевну за эти 6 лет, которые, безусловно, стали неким событием для нашей кафедры, потому что каждый выпуск – это для нас событие. И каждый выпуск что-то привносит в развитие кафедры, в развитие нашей школы. Я надеюсь, что когда вы будете свободными художниками, это случится уже очень скоро, буквально через несколько дней, месяцев, то каждый из вас, вот опираясь на этот опыт, который вы получили здесь у нас, сможет что-то и привнести новое в нашу пермскую школу живописи именно своим талантом,
своим характером, своим умением собраться, своим умением взять то важное, что можно взять у своих учителей, и умением отдать зрителю, быть искренним со зрителем и уметь выразить свои мысли средствами изобразительного искусства на полотне. Это очень сложно. У нас особая специфика. И я очень надеюсь, и все мы, вся кафедра, все наши педагоги, что вы сможете найти в себе силы стать художниками, сможете найти в себе силы мобилизоваться и, несмотря на трудности, продолжать вот эту ежедневную работу над собой, находить моменты творчества, брать в руки кисть, подходить к холсту и работать. Ну а то, как вы можете это делать, мы видели. Ну, например, вы смогли поработать на пленэре на Камчатке. Это было удивительно сложно, но вы смогли собраться и сделать это. Вы смогли принять участие в наших каких-то творческих мероприятиях, смогли собраться, принять участие в наших выставках и очень достойно показывали свои работы. То есть уже творческая составляющая, она вот здесь и сейчас у вас есть. А опыт и мастерство, которые вы уже приобрели, я надеюсь, вы с достоинством понесете и дальше. Вот, и спасибо вам, и огромный привет от всех наших коллег, от всех педагогов кафедры и от учащихся ваших друзей. И всего вам доброго в будущем. Здравствуйте! Наша группа художников выражает благодарность ректору, администрации, преподавателям и сотрудникам Института культуры за высокий профессионализм, компетентность, доброжелательность, терпение, готовность отвечать на любые вопросы своих студентов и всегда прийти на помощь. Надеюсь, что многолетний опыт и искренняя преданность своему делу будут еще многие годы передаваться вашим студентам, а они будут дальше передавать ее будущим деятелям культуры. За время учебы мы преодолевали новые и новые препятствия, познавали мир культуры и искусства, постигали мастерство живописи вместе с преподавателями нашей кафедры. Нам очень повезло, что мы учились у настоящих профессионалов своего дела, замечательных педагогов и просто добрых и отзывчивых людей. Спасибо вам большое за ваш труд, терпение и энтузиазм. Мы желаем вам дальнейших творческих и профессиональных успехов. Ваша работа – это пример энтузиазма и самоотдачи. Вы заряжаете нас положительным настроением на творческие свершения. Студенты нашего института показывают замечательные результаты в своей творческой, научной и преподавательской деятельности. Спасибо за ту энергию и любовь к искусству, которую вы дарите нам, своим примером вдохновляя развиваться, творить и нести культуру в наш край и страну. Желаем нашему институту дальнейшего развития и процветания. Наш онлайн-выпускной продолжается. А сейчас мы хотим предоставить слово декану факультета искусств, кандидату психологических наук, доценту Галине Викторовне Токаревой. Галина Викторовна, вам слово. Спасибо. Дорогие выпускники, уважаемые преподаватели, дорогие родители, друзья, сейчас я назову имена выпускников, которые получат дипломы установленного образца. Специальность – актерское искусство. Специализация – артист драматического театра и кино. Квалификация – артист драматического театра и кино. Богданова Виктория Александровна. Зеленина Екатерина Павловна. Леднева Анастасия Юрьевна. Лузина Анастасия Сергеевна. Неверов Семен Александрович. Пепеляев Сергей Владимирович. Перевозникова Юлия Дмитриевна. Ступак Надежда Алексеевна. Шибуняев Андрей Сергеевич. Заочная форма обучения.
Направление – народная художественная культура. Профиль – руководство любительским театром. Квалификация – бакалавр. Болтаева Ирина Андреевна. Бурашов Сергей Андреевич. Варова Екатерина Андреевна. Куликов Югир Егорович. Макаров Денис Сергеевич. Максимова Наталья Владимировна. Никитина Светлана Анатольевна. Овчинникова Александра Александровна. Рагимов Ильдар Керимович. Слово предоставляется заслуженному артисту Российской Федерации, заведующему кафедрой режиссуры и мастерства актера, доценту Татьяне Петровне Жарковой. Уважаемые выпускники кафедры режиссуры и мастерства актера, вот и настал тот день, когда вы завершили свой марафон. Можно сказать, что это старт к новому большому пути. В первую очередь я хотел бы поздравить тех, кто закончил актерский курс группы ДТА-16, художественный руководитель Федотов Сергей Павлович, наш уважаемый доцент, наш заслуженный деятель искусства и заслуженный артист, вы просто руководитель театра у моста. Вам было непросто, вы попали в настоящую профессиональную мясорубку. Но мы вам завидуем, потому что с самого первого дня вы были в профессии, так сказать, получали профессию на колесах. И мы уверены, что тот долгий марафон, 4 года, который прошли не все, для вас станет настоящим серьезным актерским опытом. Очень хочется пожелать, чтобы своим приходом в театр вы открыли новую страничку в истории российского театра. А теперь я хотела бы обратиться к тем, кто заканчивает заочное режиссерское отделение, наши руководители театрального коллектива группы ЗРТК-15, художественный руководитель, старший преподаватель кафедры Кошелева Татьяна Борисовна. Уважаемые наши заочники, у вас был марафон в целых 5 лет, и очень непростые были последние полгода. И очень большие испытания выпали на вашу долю. Но мы знали, что вы очень достойно учились все эти годы. И нам было легко вас выпускать, потому что все вы давно профессионально ориентированы. У вас у каждого есть свои коллективы, свое дело. И самое главное – великолепная перспектива. И вот, уважаемые наши выпускники, от всего огромного коллектива нашего института и нашей кафедры лично хотела бы вас поздравить, пожелать вам настоящих творческих успехов и поблагодарить всех ваших педагогов по специальности, по основным предметам. Хочется сказать особое спасибо руководителям курса, потому что на их плечи легло бремя, будем говорить, такого главного дела в жизни, как художественное руководство. Запомните все уроки, которые вы проходили в этих стенах, и не забывайте институт, не забывайте вашу альма-матер. В добрый путь! Слово предоставляется заслуженному артисту Российской Федерации, заслуженному деятелю искусства Российской Федерации, доценту кафедры режиссуры и мастерства актера Сергею Павловичу Федотову. Сергей Павлович прямо из театра с нами на связи. Дорогие мои федотовцы, поздравляю вас с окончанием института. Я очень рад, что 4 года назад появилась эта безумная идея набрать курс, и чтобы этот курс жил и работал во время учебы в театре у моста. И мы с вами все 4 года были вместе. Конечно же, вы невероятные. Вы показали такие результаты, о которых я не ожидал. Уже за первый семестр выпустили свой спектакль «Две стрелы». А за 4 года вы сделали 11 курсовых спектаклей. Это абсолютный рекорд. Такого не бывает. Вы сыграли более 400 спектаклей. И самое главное, вы участвовали во всех спектаклях театра у моста и стали нашими учениками, нашими детьми, детьми нашей семьи. Я очень рад, что вы такие вот
Вы, конечно же, интересные, оригинальные, боевые, своеобразные. Я очень рад, что у меня 4 года назад появился этот курс. А сейчас я вас поздравляю. И, конечно, главное наше кредо вы выполнили. Нужно жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вы эти годы прожили очень классно. Я вас поздравляю. Дорогой Институт культуры, спасибо вам за эти 4 года. Спасибо за потрясающих педагогов, которые работают у вас. Спасибо за каждого студента, который стал тем, кем он хотел стать, учась в этом потрясающем месте. Спасибо за то, что приняли участие в личностном росте каждого из нас. Спасибо вам огромное. Уважаемая кафедра, деканат, преподаватели и все-все-все, спасибо вам огромное за эти 4 года. С вами было приятно иметь дело, а я пойду дальше. Ну, это нечаянно. Понимаете, это конец. Это нечаянно вышло. Это начало. Дети 21-го столетия, начался ваш новый век. Неужели вечно не ответит на вопрос согласия человек? Две души, несущихся в пространстве, 150 одиноких лет. Мы вас умоляем о согласии, без согласия смысла в жизни нет. Дорогие педагоги, на самом деле мы хотели бы сказать, что это были те 5 лет, которые мы запомним на всю жизнь. Мы учились, творили. Иногда могли вновь почувствовать себя детьми. Поддерживали друг друга. Становились все пластичнее и грациознее. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. У
общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Но каждый из вас всегда нас поддерживает. Но даже находясь на расстоянии, мы оставались одной большой семьей. Спасибо вам за то, что научили нас быть сильными. Живыми. За ваше терпение. За то, что дарили нам радость творчества. Эти 5 лет мы не забудем никогда. Спасибо вам за ваши сердца. Направление «Народная художественная культура», профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом», квалификация «Бакалавр». Бутолина Анита Сергеевна, Городилова Александра Константиновна, Зайцева Дарья Олеговна, Какаулина Анна Игоревна, Овчинникова Алена Андреевна, Подшивалова Алина Аликовна, Смирнова Дарья Романовна, Трефилова Анна Николаевна, Якимова Софья Дмитриевна. Слово предоставляется заведующему кафедрой хореографии, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, кандидату искусствоведения, профессору Татьяне Алексеевне Казариновой. Татьяна Алексеевна, вы в эфире. Дорогие выпускники, сегодня для вас замечательный, торжественный день. Как быстро пролетело время, вы прошли замечательный путь от абитуриента до бакалавра. Мы все поздравляем вас, желаем вам счастья, плодотворной творческой деятельности, успехов в работе, любви, о которой вы мечтали все 4 года. Я надеюсь, что в вашей жизни все состоится, что мы услышим ваши имена среди выдающихся деятелей хореографического искусства, что ваши коллективы будут звучать на различных конкурсах танцевальных, что мы не раз еще с вами встретимся, что мы не раз еще с вами расскажем друг другу о наших успехах. Счастья вам, здоровья и самого-самого прекрасного в этом мире, который называется жизнь. Направление режиссура театрализованных представлений и праздников. Профиль театрализованные представления и праздники. Квалификация бакалавр. Горяева Софья Дмитриевна. Дерендяев Евгений Сергеевич.
Кошевенко Дарья Романовна, Лобанов Данил Олегович, Минеева Екатерина Сергеевна, Скобелева Анна Дмитриевна. Слово предоставляется заведующему кафедры режиссуры театрализованных представлений, доценту кафедры режиссуры театрализованных представлений Павлу Геннадьевичу Волигову. Павел Геннадьевич, мы вас видим и слышим. Дорогие наши выпускники, вы перевернули еще одну страницу своей биографии. Вы отправляетесь в большую, интересную, сложную жизнь. И я хочу пожелать от себя лично, от всех преподавателей кафедры режиссуры театрализованных представлений, только большой удачи. Ну и, конечно же, чтобы все мечты, о которых вы думаете, о которых мечтаете, чтобы они все осуществились. В добрый путь, дорогие друзья! Помнишь, нас учили быть птицами? Ах, не отворачивай голову. Птицами с волшебными лицами. Спасибо за любовь к искусству. Чистыми, высокими горами. Спасибо за преданность своему делу. Птицами, летящими за море. Спасибо за творческий подход и веру в нас. В клюве, как созвездие, спицами. Спасибо вам за большую семью. Нас учили быть птицами. Спасибо вам за лучшие годы. Спасибо вам за подаренные знания и за полученный опыт. Спасибо институту не только за учебный опыт, но и за опыт жизни. Дорогие выпускники, поздравляю вас с замечательным праздником, с окончанием института, с получением высшего образования. Вы сделали решающий шаг. Вы выбрали творчество, а это большое счастье. Трудитесь, и оно вас никогда не отпустит. Помните, что ваши педагоги, ваши наставники – вложили в вас очень много знаний и опыта, профессионального опыта. Приумножайте его, стремитесь к новым вершинам, достигайте их, творите. В добрый путь, и пусть вам сопутствует удача. Слава и гордость тебе!
Наш онлайн-выпускной заканчивается. И мы уверены, что выпускники сегодня позвонят своим наставникам и скажут слова благодарности. Теперь вы вступили в новый этап своей жизни. И опыт, который вы получили в Пермском государственном институте культуры, пускай будет для вас бесценным. Ставьте перед собой самые высокие цели. Исполняйте заветные мечты. До свидания. До новых встреч.